На самом же деле ситуация вовсе не в том, куда пойдет человек, выйдя из организации. Дело в том, что человек, принимая решение выйти из организации, становится ее не единомышленником. Он не согласен с тем, чему учит организация, или что эта организация вообще является истиной в последней инстанции. А если человек выйдет, а другие будут с ним общаться, то есть огромная вероятность, что этот человек поделится своими мыслями с другими, и за ним пойдут практически все. Именно в утечке информации кроется вся проблема такого метода ограничения, как лишение общения. Утечка информации лишает возможности общения не человека, который вышел, а тех, кто остается внутри организации с этим человеком.